Бенефис, посвященный юбилею известного актера, поэта, обладателя медали Ерен Енбекаушен Куаныша Амандыкова, прошел в Уральске. Мероприятие организовали в областном казахском драматическом театре имени Хадиши Букеева, где много лет трудился сам виновник торжества. Здесь же прошла презентация его первого сборника, а в фойе была организована выставка фотографий, посвященная юбиляру. Куаныш Амандыков родился в Картубинском районе. С юношеских лет он мечтал связать свою жизнь с творчеством. Когда встал вопрос, куда поступить после школы, выбрал Институт культуры имени Даулеткерея. Сегодня он любимец публики. Жителям области давно полюбились его театральные образы. За 25 лет на сцене сыграл порядка 40 ролей. Его педагог и наставник до сих пор помнит первые шаги в театральном творчестве. Алгашкы рөлгө салганымды айтты. Когда я предложил ему первую роль, он сомневался и говорил, а смогу ли я, подойду ли по образу, если не получится, будет стыдно. Когда он согласился, то к роли готовился долго и упорно, получился замечательный образ. После этого он воплотил на сцене Махамбета, балкаш в постановке «Тамирис», исполнил роль в спектакле «Алтын Адам», очень выдающихся личностей играл. Не каждому суждено сыграть такие большие роли. Помимо актерского таланта, Куаныш Амандыков еще и одаренный поэт. Он пишет стихи и неоднократно становился победителем различных литературных конкурсов. Его произведения не похожи на другие, говорят те, кто знаком с творчеством поэта. Например, приглашенный гость, писатель Сураган Курметулы, который не так давно из Монголии переехал в Астану. Казахи, проживающие за рубежом, наши соотечественники хорошо знают Куаныша Амандыкова. Его считают одним из талантливых актеров при Урале. И я считаю, даже на уровне Казахстана. Он еще и прекрасный поэт. Не только на театральном поприще себя проявил. Если он и дальше будет продолжать расти в таком творческом плане, то станет поэтом высокого уровня. В юбилейный вечер, посвященный творчеству Куаныша Амандыкова, он исполнил несколько ролей на сцене, после чего был представлен первый сборник стихов актера «Мен». Приехали мои учителя Мурат Ахманов, Сураган Рахметов. Всем большая благодарность. Всем жителям, которые приходят в театр, хочу сказать большое спасибо. Куаныш Амандыков не намерен останавливаться на достигнутом. Он и дальше будет радовать зрителей ролями в театре, а читателей своими стихами. Алик Великий, Талгат Муратбаев, Армат Рахметжанов, телеканал Акжаик.